Пекарь Руди Шумахер из небольшого немецкого города Верль также заметил изменения после монтажа прибора для оживления воды. С тех пор, как он замешивает тесто для своего хлеба на живой воде, вкусовые качества хлеба, как утверждают, улучшились. Некоторые клиенты это уже заметили. Мой знакомый обратил внимание на то, что вот уже несколько недель, как мои булочки стали вкуснее. Я был удивлен и задумался. Уже дома я вычислил, что этот срок совпадает со временем монтажа прибора. В этом году, с тех пор, как мы имеем этот прибор, продажа наших булочек увеличилась почти в два раза. Вода – это уже наука сама по себе.